Уважаемые подписчики, гости моего канала, получилось у меня расключить панели, раскинул на два инвертора. На одном инверторе на этом идет 26 панелей и на втором идет 24. Сейчас ток заряда 64 ампера, 2 киловатта мощность идет вот. Значит, с панели идет 8,3 ампера по входу. Напряжение уменьшил. 223 вольта идет по стоянке. Вот это сейчас по одному инвертору идет. 64 ампера. И плюс он идет, дает еще, дает на нагрузку, дает часть мощности, дает на нагрузку. Сейчас еще второй инвертор сниму. И буду наблюдать дальше, как бы, когда солнце выйдет. Сейчас 11:30. После обеда посмотрим, когда солнце выйдет. Ровно перпендикулярно будет стоять. Посмотрим, сколько будет ток заряда. Сейчас второй инвертор сниму. Второй инвертор 66 ампер. Получается 1,82 киловатта. 27,6 вольта. 8,7 ампера. 213 вольт по стоянке идет на инвертор. Это МППТ у него сейчас настроился, белым точку МППТ. 8, ну почти 9 ампер. Почти 2 киловатта мощность, 66 ампер. Буду дальше наблюдать, чуть-чуть позже сниму еще, сколько он максимально выдает. Батарея с утра была 3,75. Сейчас вот он заряжает. Будем наблюдать за ним, как быстро зарядится батарея. Сегодня солнечный день. У нас сегодня на улице солнышко, светит хорошо. Сейчас сниму панели. Посмотрите, сколько на панели. Как панели освещены. Наши панели. Разделили мы их пополам. Разделили на две части. Вот эта часть идет на один инвертор. Здесь получается 24 панели, и с этой стороны 26 панелей идет на второй инвертор. Расключили, разделили напряжение, получается последовательно с этой стороны идет 13 и 13 ниже подсоединены к ним, и с этой стороны получается 12 и снизу 12, тоже параллельно все подключено через диоды. Вот так вот разделили их, и получилось, уменьшили напряжение по стоянке. Но это не было задачей основной. Просто решили так сделать. Проверим, сколько будет ток максимальный. Сейчас уже идет ток 130 ампер с двух инверторов. И плюс 10 ампер еще дают, еще нижний инвертор дает. Вот именно вот с этих панелей. Поэтому 140 ампер сейчас суммарный ток выработки. Уважаемые подписчики, сейчас вот продолжает 62 ампера. Вот у нас батареи заряжается. Вот у нас 65 ампер с этого идет. Суммарно сейчас получается 130-140. Где-то 145 ампер сейчас общий ток заряда. И с этого сейчас идет 10 ампер. Батарея продолжает заряжаться. Чуть позже, уже в конце дня, сниму, сколько батарея зарядилась. Сейчас где-то 12:30. Заряжается хорошо. Уважаемые подписчики и гости канала, вот снова вернулись к инверторам. 60 ампер сейчас ток заряда на этом, 1,75 киловатта. Значит, контроллер дает 11,6 массоваровский. 2 МППТшник, сейчас 9 ампер. Сейчас у него один вход отключен.
потому что когда мы переделывали панели, переподключали, мы отключили пока его. Значит, батарея уже зарядилась до 4 вольт на элементе. Люди спрашивали про БМСы. Ну вот смотрите, как балансиры прекрасно себя ведут. Хорошо сделанная предбалансировка, она вот дает свой результат. Видите, заряд идет таким током суммарный. Здесь у нас тоже 59 ампер. Это получается 120, 130, порядка 140 ампер идет ток заряда. Сегодня был ток заряда, который я наблюдал, это 150 ампер максимально. 150-155 в этих пределах. Вот сейчас дальше идет зарядка, сейчас около 2 часов дня. Посмотрим, что будет по итогам в конце дня. Уважаемые подписчики, наступил вечер. Вот тока заряда нет уже, не идет. Значит, вот 4.023, 0.30, показания батареи. Батарея практически заряжена полностью. Вот здесь тоже 0 показывает. Да, ток, да, 140-150 ампер получился пока. Солнышко будет повыше идти, будет ток побольше. Сейчас низко. Ну, завтра еще буду наблюдать, смотреть. Будет что-нибудь интересное, обязательно вам сниму это. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания.